Ты нет. Ответить незамедлительно. Репортеров и всех прочих, кто будет лезть с вопросами, не пускать ни в коем случае. Western Province, Northern. От журналистов этот райский уголок. Telecommunication, NSCO, телеграмма. Ну, тут, в общем-то, код какой-то. Гора Мадахи. Доктор Ричард Касл, лечебница Блэквуд, мистеру Брегу. Новости в лечебницу прибыли 12 выживших. Симптомы психической травмы, может понадобиться изоляция. Местная пресса почуяла запах крови. У нас начинаются проблемы, жду распоряжений. Карта опасности шахты, новая информация. Согласно тексту телеграммы, владельцы хотели скрыть от общественности этот факт. Телеграмма предупреждает, что доставленными в лечебницу шахтерами интересуется пресса. Владельцы шахты хотели что-то скрыть. Мой дядя практикует лечебное голодание, не ест недели по три, только пьет воду. Ну вот я слышал, да, что человек может несколько недель точно прожить. Две недели вообще вот 100% без еды может. Даже больше, по-моему. Ну им вода была нужна, то есть, видите, да, то есть кровь пили, может быть, я не знаю. Но будет очень плохо? Да, но по крайней мере тебе не нужно убивать 18 человек. Как тебе такое? Неплохо, согласись. Ого, там что-то есть, но... Я туда не могу пройти никак. Пока. О, он их что, этим кормил? Капитан Блэкмор, от тебя ожидали в последнюю очередь, отдохни-ка немножко. Это всего лишь игра? Давай руби пальцы! Да руби пальцы давай! Отрезать пальцы, конечно. Это вообще фигня. О черт, о черт. О черт, 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 сука. А теперь капкан с пальцами можно кинуть им, чтобы они его схавали. Ну, или попытались погрызть пальцы. Ну, куда-нибудь его оставить. Вышел месяц из тумана. Вынул ножик из кармана. Буду... Резать, буду бить. И хер знает, куда выходить. А для тех, кто хотел рожать капкан, чтобы вы понимали, если у вас попала рука в капкан, если это нормальный капкан, вы его не разожмете никак. Есть вероятность рожать капкан, если у вас нога туда попала с помощью двух рук нормально. Одной нет. Да уж, чем дальше, тем лучше. Найдена улика странный череп.
Так, найдено в лечебнице. Законсервированная в формальдегиде человеческая голова с обезображенными чертами. Мачете, нет? Чувак, ты, видимо, очень плохо понимаешь, что есть капкан. Почитай, пожалуйста, о том, что такое капкан, как его используют и зачем. Это тебе не в игре капкан. Ну, типа, здесь же под реализм все. Это тебе не как там в игре бежишь за персонажем, потом хоп, блин, и своим персонажем. Это муха или что такое? Что за пятно? А, оно исчезло. Мерзость. Нормально. Жесть какая. Там бы просто мачете сломалось. Нормально. Нормально, нормально. Ну это как талон такая, пропуск такой. Можно вставить куда-нибудь. Имя покойной Сара Смит. Дата смерти 24 февраля 1952 года. Подтверждаю, что я наблюдал пациентку в период с 8 марта 1951 года по 24 февраля 1952 года. И последний раз видел ее живой 24 февраля 1952 года. Причина смерти. Глубокие рваные раны в области живота, внутрибрюшные повреждения, последующие кровопотери. Если смерть наступила в результате внешнего воздействия, насильственная смерть, также необходимо заполнить... следующие графы. Несчастный случай, суицид или убийство. Убийство, характер травмы. Рваная рана, нанесенная острым орудием, возможно, ногтями. Применение, примечание, если известны дополнительные важные сведения, изложите их в графе на обратной стороне листа. Подпись доктор Н. Боуэн, адрес лечебница Блэквуд, дата 24 февраля 1952 года. Примечание. Тело было обнаружено спустя 6-8 часов после смерти. Почки и часть кишечника, по всей видимости, были съедены нападавшими. Вау-вау-вау. Написанное неровным почерком свидетельство о смерти, дата 24 февраля 1952 года. Тут написано, что труп был частично съеден. Мачете все еще пригодно для использования. А! Майк отрубил себе пальцы. Вот, я бы рипнул себе мачете. То есть по-настоящему рипнул бы мачете. Потому что здесь написано, что оно до сих пор пригодно для использования. Вот так вот. Но это касательно тех, кто хотел капкан с помощью мачете разжать. Я не хотел тебя оскорбить, я сказал это про персонажа. Ну, оно очень было понятно, что ты про персонажа сказал. Медицинская бирка. Имя. Николас Боуэн. Дата 24 февраля 1952 года. Описание. Подвергся нападению со стороны пациента. Рваные раны на горле. Просто трэш. Нахрен два пальца, лучше пускай мачете останется? Нет, ты можешь остаться в капкане и сдохнуть. У тебя больше нет вариантов. Открытие секрет. Либо порвать себе к чертям руку вместе с пальцами до костей. Что будет еще хуже, чем отрубленные два пальца. Бирка из морга, на ней имя Николас Боуэн. Надеюсь, что ты никогда в капкан не попадешь, потому что ты потом вспомнишь это прохождение и узнаешь, как работает капкан мгновенно. Капканы бывают разные, я точно не скажу, сколько там давления, но, в общем-то, забейте. Вообще забейте. Так.
нормальное давление, чтобы ломать кости. Ну да. Бедный Йорик. Как там дальше? Чехни мой донат. Лолипопка, спасибо за 155 рублей. Привет, бро, как ты, как игра? Игра неплохая, я нормально. При этом и стримы чать куда, спасибо большое. Игры стелит ног, почему-то ДБД навеяло, а так вообще ничего не понятно. Ну и еще вопрос. Если тир 2 оформлю каждый месяц, его потом надо будет оформлять в дальнейшем? Значит, ну да, он у тебя не навсегда остается. Ты, то есть, потом можешь опять перейти на обычную подписку, но тир 2, он, это не разовый бонус. Это просто вид подписки такой, как обычная подписка, только дороже, с дополнительными смайликами и так далее. Лолкумен, спасибо за 50 рублей. Будет ли это спойлером, если я скажу... Окей, я не стал дальше читать. Значит, на всякий пожарный... Мы Лолкумена отправим на 8 часов в бан, чтобы он отдохнул. Ну а его донаты мы больше не читаем вообще. Мозгов у этого молодого человека нет. Он их где-то потерял. Возможно, их и не было изначально. Это надо выяснять с его родителями и уровнем генофонда. Но это уже надо к ученым. Погулял и пришел обратно к тебе на стрим. Слушай, Серег, как работает подписка? У меня 7 дней еще осталось. Если я продлю, то у меня 7 дней идет к месяцу. Да, они никуда не исчезнут. У тебя просто автоматически продлится подписка, когда кончится 7 дней. Ну, мачете же есть, не? Хотя да, стрёмно все. Ну, успели. Давайте осмотримся. Так, туда сходим потом, давайте взглянем. А вот уютная кроватка нашего психа. Чисто локации из Dark Souls. Да, атмосферка чем-то даже Resident Evil напоминает. Локации, имею в виду. А, вот куда мы пришли. Здесь я уже был. Да. Так, но мы еще не были... Вот мы там дверь открыли и не вышли. Может быть, туда? Как мы познакомились с Хесом? Ну, да мы, ну, просто заочно знали с Ютуба еще. А здесь лестница вниз. А, это мы, да, это мы вышли вообще отсюда. Я понял. То есть, получается, я сейчас могу пойти забрать этот тотем, правильно? Пойдемте возьмем его тогда.
нормально. А там утраты. Пожалуйста, скажи, что сегодня всю игру будешь проходить. Я планирую пройти всю игру, да. Ребят, которые пишут спойлеры в чат, будьте добры, воздержите, пожалуйста. Не мешайте другим. Мы все поняли, что вы проходили игру, и это очень здорово. Вы невероятно крутые. На этом все. Можешь глянуть видео там в меню, оно собирается тотемами. Чувак, спасибо большое, я это прекрасно знаю. Мы его не смотрим, потому что там пока очень мало. Так, ну это выход. Ну все, получается, нам отсюда уйти надо, наверное. Потому что там мы все видели. Только куда мы уйдем? Стой, что-то было здесь? Или мне показалось? А, показалось, наверное. Ты кругами ходишь? Блин, братан, спасибо тебе большое. Ты понимаешь, что мы туда специально зашли снова? Без тебя бы мы не разобрались. Где мы и как ходим? Нет, нам, походу, надо назад. Окей, пойдемте. Я смотрю на него, и мне холодно. Да, спасибо, чат, я понял. Мы туда идем. Так, а дверь у нас где была? Где-то здесь, по-моему, закрытая, да? А, ну да, здесь вот. Что? Да. Так. Я думал действие, там я думал прицел будет. Ладно, хорошо, что мы его не ударили, видимо. Хорошо. Неожиданная херня. А, ну, кстати говоря, хорошо, что мы его не тронули, лал. Хорош! Фейл в плюс, да, удачно зафейлили. Так. Давай, давай возьмем, а. Давай накинем на себя, потому что это пипец. Да, наконец-то, господи. Давай, давай! Ну возьми чем-то, подвинь, вот там какая-то хрень, типа отвертки или что-то. Да зачем? Там вон отвертка, блин, есть, или вон ручка валяется, или шило, что это? Ладно, будет греметь, окей. Есть! Ладно, хотя бы так сделал. Не
знаю, я бы засал, потому что громкий звук, мало ли услышит еще. Урод чертов. Нифига себе. Свинка, не прикрепил клип к продленной подписке. Пожалуйста, за 3 месяца. Не понял тебя, Свинка. Мы сейчас ничего не будем смотреть. Если ты продлил подписку, спасибо тебе большое. Да, спасибо за 3 месяца. Серега, я не шейх, конечно, но смотри, как я сделаю. Да, спасибо, Blood Grimm, за 55. Нормально, здесь больше ничего. Нонкуи, тебе бы надо слушать стрим, если ты задаешь вопросы. Зачем тебе отвечать, если ты игнорируешь ответы? Тебе уже сказали, что я сегодня планирую пройти за стрим это. Но ты опять спрашиваешь. Когда он руку успел перевязать? В смысле? Мы когда отрубили пальцы, сразу же ее перевязали. Там аптечка рядом была. Ты планируешь застыть? Понятно, ладно. Я уже не буду отвечать на это. Так, нас зовут с вами вниз пойти, но... Смешная шутка, Legendary. Чудесное спасение. Все 12 шахтеров, попавшие под завал 5 января 1952 года, были спасены. Новая информация. На фотографии было только 12 шахтеров. Фотография в рамке, датированная на 1952 годом. На ней шахтеры из обрушившейся шахты. Тут сказано, что все 12 спаслись. Новая информация. Карточек табельного учета было 30. Плюс тотем. Понятно. Зажигалку нам лучше не зажигать. Прости, я, конечно, отошел после того, как отправил сообщение. Ну, ты красава. Задал вопрос и ушел. Нормально. А потом такой, ну почему мне не отвечают? Он, конечно, какой-то прямо супер смелый. Что-то на чили ходит в этом трэше. Идет не знаю куда. Зашел с голой жопой. Достал все тут. Но никаких гарантий того, что он что-то достанет, вообще не было. В общем... Он реально тупой, да. Вот что значит храбрость, да, ребята? Которая выражается в том, что ты не осознаешь степень опасности. Конечно, заперто. А зачем мы это сделали? Не-не-не-не-не-не-не. А если я не хочу? То есть у меня нет выбора? Я должен нажать обязательно? Понятно. Сасизко. Спасибо за 2 месяца. Понятно. Да, ой, как получилось внезапно. Понятно.
Эй! Заперто! Кто это сделал? Что-то тут очень-очень мутное сегодня творится. Хорошо. Че у тебя по статам? Нормально все. Цикливые мы только. Вы заперли чат? Ну зачем? Неужели Джош погиб? Неужели он умер так? А что, если они ошиблись? Что? Может, надо было заглянуть в сарай, чтобы убедиться? Не знаю. Есть вещи, которые увидишь и потом никогда не развидишь. Да, наверное, но что-то необходимо увидеть своими глазами. Лучше поверь на слово. Нет, там нельзя ничего было сделать. То есть ты просто... он начинает, он подходит, но начинает целиться, и все, как бы, у тебя есть только вариант, ну, ты не можешь даже убрать прицел, ну, ничего нельзя сделать. Краска? А, вот, я туда... Не высохла? Я туда не пошел, то они меня обмануть хотели, видите? Краской. Типа, фейкануть хотели. Когда... Ну... Понятно. Еще один тотем смерти. Ну, очень мало мы видоса заполнили пока. Очень мало. Попозже посмотрим его. Просто не хочется пересматривать ради нескольких отрывков. А если видос полностью не соберем, а мы, наверное, полностью его не соберем, мы посмотрим вообще его на YouTube. Смотри! Топор! Топор — это хорошо. Да, но не который вбит в дверь. Ты уж меня прости, братан. Это плохой топор. Найдена улика, топор. Так, а здесь обновление. Мэтт с Эмили нашли топор. Он был у станции канатной дороги. Карта... горы, где отмечены места явлений и недавних исчезновений, а также проставлены даты. Явно кто-то был одержим этим делом. Из двери станции фуникулера торчит топор, и раньше его тут точно не было. Ох, ну что такое? Тут заперто! Ну что смотришь? Ломай дверь! Да ты что? Начнем ломать дверь, маньяк услышит. У тебя есть идеи получше? Нету. А если... Смотри! Что? Окно! Отлично, Мэтт. Я как раз могу просунуть в эту щель свою помаду. Не, серьезно? Ты туда не протиснешься, здоровяк. Помочь пролезть ей, конечно. Я не пройду, но ты сможешь. И как я, по-твоему, пропихну туда свою задницу? Но ты же влезала в очень тесные джинсы. Ага, пардон? Это талант. Пораскинь мозгами, гений, не пойдет. Начнем с того, что этот маньяк наверняка сидит там под окном и ждет, чтобы сделать из нас кровавую Мэри. Так, ладно. Была не была. Сейчас. Как? Шш, просто руби! Понятно, выбор без выбора опять. Хорошо. Так, чат. Одну секунду. Я выключу у себя этот, господи. А то я что-то уже... Так, и знаете, что еще надо сделать? Я там не очень темный, а я уже темный, да? Вот так вот, бац. И бац. Чуть посветлее. Что за бред? Мы же были тут пару часов назад. Это сделали только что. Что здесь вообще творится? Наверняка это тот чувак, который добрался до Криса и Эши и Джоша. Он знал, что это единственный путь назад. Не пугай меня.
Ты посмотри, где теперь вагончик. Вроде она полезла бы, если бы были хорошие отношения между ними. Ну. Но это не так уж и далеко. Я по такоте не хочу. Ты сможешь допрыгнуть? Я, конечно, крут. Но не настолько. Хотя, почём. Но, Мэтт, если допрыгнуть ты не сможешь, что делать? Я не знаю. Нет, нигде их не будет, Кувер. Ну, что за вопрос? Думаю, он прекрасно знал, что делает. Дай-дай-дай, там написано. Да уж, кто-то тут от души постарался. Ну и разгром. Тут и так все на ладан дышало, а теперь тем более. Окей, тут ничего. Можно сделать. Я слушаю. Тут столько хлама, ну что-то же может пригодиться. Смотри, пожарная вышка. Эй, Магеллан, может нам все-таки запустить фуникулер и отчалить, а? Очень мило. Не в моем вкусе. Мне нравится, как они реагируют. Очень... Не находите? Очень стойко в плане... Вот здесь эта штука... Это что? Во, теперь могу. Что? А, понял. Отлично. Без ключей не уехать. Так что мы опять ни с чем. Есть же и еще пожарная вышка, помнишь, на той карте? Ну, можно попробовать. Может, там... То есть теперь ей понравилось. Или телефон, что-то должно быть. Да, наверное. Нам нужна радиосвязь. Давай вернемся. Ну, окей, давай. Да, найдем радиостанцию, позовем на помощь. Кто-то должен услышать наш сигнал. О, смотри-ка, кто-то учится играть по правилам. Чего? А? Каким правилам? Правило 1. Эмили всегда права. Правило 2. Что бы ни происходило, Эмили всегда права. Ну-ну. Они не сравнятся с Фрэнбоу? При чем тут вообще эта игра? При чем тут вообще Фрэнбоу? О, погоди. Пытаюсь вытащить нас отсюда, тупица. Жива? Ага. Спасибо, может, тебе лучше пойти первым подстраховать меня? Так. Так, осторожно. Так. Ладно, сейчас. О, господи. Почти. Почти. Что-то мне как-то дурно. Не смотри вниз. О. Так. Так. Слава богу, что все закончилось. Вот уж точно. Че, вы злые? Она умрет тогда, когда будет положено. Мы ее продадим. Понимаете, когда надо будет спасти свою шкуру. Спасибо, Apple Juice, за 7 месяцев. Так, вот здесь тотем я вижу. Вс.
сигнальный. Наставление. Хорошо. Ты самый злой в чате? Но я не в чате даже, чат. Я на мне. Я понимаете, я в компьютере. А вы в чате, вы злые. А если оно не работает? Что? Ну, радио. Работает. Но если вдруг нет, что будем делать? Может, нам просто спуститься? Спуститься куда? С горы. Это серьезно? А что? Как ты его заметил, в смысле? Она же, типа, не в небе парит. Ха, без разницы, там же нифига не видно. Ну, может, и не придется. Я фиксик, ребята. Думаешь, голубенький, который. Утром возьмет и убежит? Нет. Но может найти укромное местечко, затаиться, переждать. А утром уже будем думать, что делать дальше. Если только не в доме прятаться. Он ожидает, что туда мы и пойдем. Ой, Ванек, спасибо за 5 подарочных сабок, бро. Низкий тебе поклон. Сейчас пока ничего не могу сделать, ребят. Запишите там у кого. У Адолбушки 5 побыло, да? У Вани было 5. И еще там у кого-то была 1 и 1. Спасибо большое. Стример ЧСВ не отвечает. Стример вообще, наоборот, один из самых читающих чат. Так, она идет направо, мы пойдем налево. Посмотрим, что здесь. Опа. Опа, точно, мобильник. Телефон Бет. Бет никогда не расставалась со своим телефоном. Видимо, в ту злополучную ночь она здесь проходила. Ого, это телефон Бет. Я думал, копы тут все обыскали. А его, похоже, не нашли. Я пипец крутой. Так, там все. Окей. Похоже, они вообще не искали. Ну, на самом деле, вот до этой штуки тяжело догадаться. Ну, как бы... Это супер такая неявная вещь. Предположить, что она бежала и телефон случайно свалился в щель, можно, но так можно тогда просто перерыть, знаешь, вообще всю землю, все можно переделать. Теоретически. Они, наверное, обыскали просто... Нужно осторожней. Да, Мэтт, я бы предпочла провести вечер, не сорвавшись с обледенелой скалы прямо в пропасть. Что-то Тэм был где-то? А, что это с ним? Мэтт, что это? Вау! Боже! Черт! Нам показал Тотем, что мы здесь умрем. Если прыгнем, мы голову расшибем. Понятно. Нифига себе, она как барин чилит, пока там всех убивают. Хорошо. Как будто она убийца, чат. Дал ей принять ванну, нормально. Эй! Ребят! Что вы там делаете? Пугать пришли. Так. Это тебе месть за твое прохождение Far Cry? Я тебя вообще не понимаю, Константин, что ты несешь? Причем тут Far Cry, какая месть, и что прохождение Far Cry было не так?
Вот вам и раздетый Этьен. Про оленей? Понятно. Детский сад, одежду сперли. Тот, кто это сделал, пусть не ждет от меня подарка на Рождество. Не смешно вообще. Понятно вам? Блин, там есть что-то в носке? Просто я кручу и ничего. Почему-то не выложил Far Cry на канале, потому что там нечего смотреть на канале. Там я прохожу игру на 100%, постоянно зачищаю точки и так далее. Мне пришлось бы выложить 27 видосов по 2 часа. Это не игра для того, чтобы ее выкладывать. Только если ты бежишь по сюжетке, тогда да. Крис? Но я так не делал. Поэтому она и не выложена. Джос? Не поняла. Тут шарики развесили. Тут что-нибудь поменялось? Нет. О, спасибо, Bloodgrim, за 2 подарочные сапки. Мне надо все где-то записать, конечно. Секунду. Так. Ребята, то, что вы мне не напомните вообще, это 100%. А если напомните, то напомните неправильно. А мне важно, чтобы правильно. Чат запишет, ну конечно. Конечно запишет. А, спасибо большое. Who we are, GGBet. Спасибо за подписку, я не заметил, извини. Бухласт. Добро пожаловать, кста. Все записал чат. Бассали, что ли? Так, там что-то... Видите, стрелочки нам указывают, куда идти? Верните мою одежду! Мне что, все выходные в полотенце теперь разгуливать? Готовы к выпускному. Ханна, Сэм, Майк, Эмили. Значит, в полотенце. Если вы хотели меня напугать, радуйтесь, вам удалось. Куда вы все делись? Нет. Ого, как странно. Ломи. С меня хватит! Слышите? Меня этот ваш игнор совершенно не устраивает! Кинцо включили, у них здесь кинотеатр есть. Внутри дома. Привет, Саманта. Меня ищешь? Ищи, не ищи. Это не поможет тебе, Саманта. Ты увидишь только то, что я захочу. А мне есть что показать. Что происходит? Открой глазки. О, Господи! Она красивая, правда? Что она там делает? Как? Вот птичка купается. Зачем? Но знает ли она, что ждет ее впереди? Что это были последние счастливые мгновения ее жизни? Зачем ты мне это показываешь?
Зачем ты смотришь? Что ты чувствуешь? О боже, что ты сделал? Я дам тебе 10 секунд. 9. Нет, 8. Нет. 7. Не надо! Сэм! Нет. Бросим вазу по классике. А дверь закрыть, нет? Бита. Это как понять, нет ручки? Понятно. Это было. Но там вообще хер пойми, правда? Где прятаться, где это. Просто рандом. Ты там не просчитаешь. Твоя игра получается очень хорошо. О, столько работы, чтобы найти корень твоих страхов, а ты используешь это знание во зло. Твой великий страх — одиночество. Ты обратил его против людей, которых тебе просто хотелось помучить. Оно того стоило. Ну и сдохнуть, видимо, у Мэнсакура. Остановись, хватит! Боже, что я вам сделал? Ты что несешь-то? Там маньяк! О боже, надо убираться отсюда! Не понимаю, что случилось? Там маньяк! Бред какой-то, надо позвать на помощь. Эй! Ребят! Привет, Саманта! Меня ищешь? Нам нужно поискать остальных. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестно где. Она должна быть в доме! Что тут еще обсуждать? Пошли! Смотри, пожарная вышка. Нех пришел тыц к этому. Что это? Не знаю. Шестое место. 5 часов до рассвета. Сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь. Успокойся. Подумай.
Они хотят нас. Моисей, блин, ребята. Я не буду его бить, нет. Так, не спеши, все хорошо. Просто иди, не бойся. Они бы тогда точно сбесились и стоптали бы нас, знаете. Я бы ударил, ну, естественно. Я не сомневаюсь сейчас, что вы бы зарубили бы их и строили бы там шашлыки. О, шашлыки. Если нам удастся с кем-то связаться... Удастся. Скажем, что нужна помощь. А что делать, пока ждем? Вернемся в дом и соберем всех. О, нет, только не в дом. Нам надо остаться здесь. Вдруг спасателям будет нужно с нами связаться. Давай сначала включим радио. Да, мы уже увы. Как слепит! Это точно. Я не вижу, что это? Это просто фонарь. Видимо, с датчиком движения. Блин, надеюсь. Ты первый раз играешь, да? Я ничего не увидел у стола. Ты там просрал? Да посрать чат, мы потом посмотрим видео. Отдельно. Понятно. Видео складывается из улик, а не тотемов? Разве? Ну ладно. Такой вдруг ветер поднялся. Почти дошли уже. Нет из тотемов. Ну вот я про это и говорю. Я ни на что не намекаю, но на вышке можно отсидеться и дождать до рассвета. А если тебя будут штурмовать на вышке, они смогут забраться к тебе только по лестнице. А разъебать их, пока не забираются по лестнице, вообще очень просто, и не дать им зайти, когда у тебя топор. То есть они ни хрена не сделают, на самом деле. Они замерзнут зимой? Ну, да. Они замерзнут зимой, да, полностью в одежде. Посидеть на вышке одну ночь, они замерзнут, да. Хотя, если он там подпил какие-нибудь... Хотя, хрен его знает, подпил. Вышку поджечь можно. Но я не думаю, что они так будут радикально убивать, блин, поджигая вышки и так далее.
сейчас, перед тем, как контактировать, давайте посмотрим, что тут. Плохо, на тебя так и не нашли. Пропал... Ее исчезновение уже не кажется таким странным. Пропал человек. Вы видели эту девушку? Ханна Вашингтон. Последний раз Ханну Вашингтон видели в Blackwood Pines, Альберта, между 1:30 и 2:30, 2 февраля 2014 года. Она выглядела взволнованной. Одежда и приметы. Ханна была одета в черную футболку, темные джинсы и коричневые кожаные сапоги с пряжками. На ней не было верхней одежды, она носит очки, а на правом плече у нее татуировка. Рост 1,72 м, вес 50 кг, глаза карие. Волосы каштановые. Вы ее видели? Звоните 1-877-555-0127. 5-5-5-3-5-3-5. Лучше позвони, чем Хану где-нибудь искать. Ну давай. Ясно. Света нет. Где-то здесь наверняка должен быть рубильник. Где-нибудь должен быть рубильник, да? Сейчас только обойдем вышку, может быть, что-нибудь найдем. Да, сигналку. Ну вот. Дать ракетницу Мэтту. А там было... Я вот не знаю, как мне последовать. В предсказании было дать ему ракетницу. Плакат с Ханной. Плакат «Пропал человек» с фотографией Ханны Вашингтон. Тут упоминается ее татуировка и очки. Там было предзнаменование было. По-моему, надо отдать ему. Так что... Майк не ударил волка. Мэтт поддержал идею Эмили пойти к вышке. Сэм попался. Попалась. Мэтт миновал стадо оленей. Давайте отдадим. Потому что там было в видосе. Чтобы привлечь чьё-то внимание. Только бы не того психопата. Хорошо. Ну да, наставление же было, да. Пропал человек. Вы видели эту девушку? Бет Вашингтон. Последний раз Бет Вашингтон видели в Blackwood Pies, Альберта, между 1:30 и 2:30, 2 февраля 2014 года. Она выглядела взволнованной. Одежда и приметы. Бет была одета в ярко-розовую куртку, черные леггинсы и лыжные ботинки. На голове у нее была белая шапка. Рост 1,72 м, 50 кг. Глаза карие, волосы каштановые. Вы ее видели? Звоните. Очень четко. Тут маньяк! Если вы это слышите, пожалуйста, повторите свое сообщение. Я не понимаю, что вы говорите. Пожалуйста, помогите нам! Алло.
Алло, назовите себя. Прием. Господи, так это... Меня зовут Эмили. Алло! Вас плохо слышно. Повторите. Прием. Мы на Блэквудской горе у лыжной базы. И здесь убийца. Он охотится за нами. Уже убил одного из наших друзей. Пожалуйста, вы должны помочь нам. Вышка вообще, по-моему, железная. Движение, что-то засек. Что-то долбанный олень. Слышу вас, мэм. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Мы сможем прислать вам вертолеты, как только закончится буря. Прием. Что? Когда? Сколько ждать? Не раньше рассвета. Не раньше рассвета. Прием. Ни хрена себе. О, боже. Ну, серьезно, блин, почему он они никто не дефал эту херню? Ему же не дать залезть очень просто. Ну, это... И можно было... А. О, понятно. Понятно. С вышки пришли не вертолет. На вашей стороне. Назад перелезть. Дай подумать. Не думать надо, идиот, а вытащить меня отсюда. Какая же она конченная. Ладно. Эмили, ты на взводе. Успокойся. Все будет хорошо. А, замолчи, это невыносимо. Все, прекрати орать на меня и дай мне разобраться. Ладно? Сам заткнись! Почему ты сомневаешься во всем, что я говорю? Меня это уже задолбало! Нельзя просто сделать, как я прошу! Пожалуйста! Я попробую добраться и вытяну тебя! Мэтт, а теперь, пожалуйста, вытащи меня с этой чертовой вышки, Мэтт! Но сделай уже что-нибудь! Я не терплю просто убивать, из-за этого тоже не хочется! Я иду! Иду! Мы же не умрем вдвоем сейчас. О, черт! Мэтт! Она сорвется! Эмили! Сорямбе. Сорямба, блин. Там уже совсем было опасно, ребят, не. Но она сорвалась, мы бы не успели, кстати. Она вправду сорвалась вот-вот сразу же. Наверху нет?
Не знаю, не видел. Наверное, сюда спустилась. Тут ее тоже нет. Это что такое? Да что здесь творится-то вообще? Ну-ка, если она посмотрит на это. Крис. Сэр, что? Я хочу сказать. Я хорошо понимаю, как все... Как все это тяжело. Влад Грим, соболезную. Твой друг. Эшли, стоп. И... Нет, ты послушай. Спасибо. Спасибо. Ты спас мне жизнь. Конечно. Конечно. Я знал. Знал, что делал. Конечно. Эш, ты как? Я просто... Джош ведь был твоим другом, Крис. Давай найдем Сэм. Это первое, что нужно Но сделать. Но я же... Господи... Эшли, все, хватит. Я совсем не хочу об этом сейчас думать. Крис... Мы ищем Сэм. Так, тут ничего нет, да? Хорошо. Ну и жопа у нее, конечно, у нее нет жопы. Что это? Не нравится, что он спокойный? Так, погодите, еще раз сюда не будем заходить. Ой, херотень. Еще раз. Это очень стрёмно. Понятно. Погоди, ты это видел? Что видел? Это, Крис, это! О чем ты говоришь? Там было что-то полупрозрачное, как призрак. Да ну. Я серьезно. Почему ты мне не веришь? Я же его видела, какой мне смысл врать? У нас просто был шок, ясно? Твой мозг спекся, мой мозг спекся. Я не верю даже своим глазам. Я не знаю, не знаю, но я точно видела что-то. Я просто не верю в призраков. Это понятно. Ты просто... Мы оба сейчас немножко как бы не в себе. Нам просто нужно собраться, согласна? Крис! Вот что, главное не терять голову. Мы что, с ума сходим? Мы искали везде, Сэм может быть только здесь. Давай, лучше пойдем найдем остальных, а? А вдруг мы нужны Сэм? Вдруг она в беде? Наверняка. Да, только один раз ловли. Идем. Несмотря на свою вариативность, мне никогда не было такие игры интересно проходить 2-3 раза. Я, честно говоря, даже плохо понимал других людей, которые этим занимаются, но как бы каждому свое. Тогда это мы... Ага, все понятно. Потому что 90% контента один хрен не меняется. И пересматривать все то же самое и... Ну, никакой ни интриги, ничего. То есть я плохо понимаю, зачем это делать. Только когда ради ачивок делают, это я могу понять. Для тех, кто какой-то интерес испытывает, я не могу понять.
Можешь подкрутить яркость, совсем ни черта не видно. Это игра так, чувак. Вот здесь темно, игра так. А если у тебя прям проблемы даже вот здесь, например, вот как, я не знаю, как тебе не видно, тебе нужно разобраться со своим монитором. Это не я должен яркость подкрутить, а ты должен разобраться со своим монитором. И его наконец-таки настроить. Так что ты можешь подкрутить яркость себе, а не я тебе должен яркость подкрутить, поскольку у большинства людей все в порядке. Эй! Что вообще за приколы? Да что здесь происходит? Я так испугалась. Ты на него наткнулась, толкнула ведь? Кажется, нет, я не знаю. Но почему здесь стали происходить все эти странные вещи? Двери хлопают. Смотри, 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 Крис. Через окна все Эшли, видно. Мне что видно? Посудку, что ли? Нет, там целая сценка с куклами. Да? Тебе нужен ключ, если хочешь поиграть. Да, сейчас мы найдем. Надеюсь. Знакомая дверь, так. Спасибо, Blood Grimm, за 55. Ручки нет. Тупик. Напишу так. Кто морячок, поднимаю бутылочку пивасика за вашу честь с праздником. Серег, чат, выпейте за меня тоже что-нибудь по душе. У меня сейчас ничего нет просто. Вот не призываю травиться, если не пить алкоголь. Стой! Крис, 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 призрак! Что? Ты не видел? Да какой же он тормознутый. Нет. Ты уставился в телефон, отправляешь твит, хэштег «За нами гонится призрак»? Эш, да успокойся ты, окей? Ну какой еще призрак? Чей, блин, призрак? Понятное дело, ты сейчас на нервах, ты но... просто не смотришь, я видела его, тут призрак, и он похож на Хану, на Эй, Хану! Постой, или, что? Или на Бет! Господи, Эш, по-твоему, они пришли за нами после сеанса? Не знаю, может... Не пришли, потому что призраков не бывает, понимаешь? А кто же тогда говорил с нами во время сеанса, Крис? Не знаю я. Что это? Картина сама со стены слетела. А где сраная бейсбольная бита? Вот она должна была быть сзади. Где она нахер? Вот эти пробки или что-то. Ее нет. Я вообще не знаю. Вообще в каком-то другом месте. Мы вроде в подвале, но вроде бы не там. Где надо? Может быть дальше? А справа нет нихера. А, вот здесь, наверное, где-нибудь, да? А, вот где был, точно. Но здесь ничего нельзя использовать, окей. Да. Не, нихрена нет. Но она, Боже типа, мой. Нам указывает на эту хрень. Вот, смотри, Крис, и не говори мне, что ты это не видишь. Это... Видишь? Это... Теперь видишь? Я не знаю, что это, и я... Бред какой-то. Оно указывает нам путь. После ловушки что-то мне не очень хочется следовать тому, что нам, на что нам указывают. Мне кажется, я сейчас открою эту хрень, и она взорвется и оторвет мне пол лица. О, невероятно. Кажется, призрак хотел, чтобы я это увидела. А, что?
Чё-то я не знаю. Мне хочется открыть ради интереса, но... Я не верю в эти штуки, мне кажется, там ловушка теперь. Но я хочу открыть ее. Ну что, вы хотели, чтобы мы открыли, да? Ну давайте, ладно, похер, если сдохнет, ладно. Так, что это там у нас? Ой, мама, это как будто... Это не как будто, это мы. Спрятались и ждем Ханну год назад. Но все точь в точь, я сидела именно там, а здесь Мэтт. Это сделал кто-то из наших. Кто там был? Или кто-то, кто за нами наблюдал. Это угроза. Кто-то... Ну, кому-то просто хочется напугать нас. Нет, это наверняка призрак. Он хочет сказать, что это маньяк убил Ханну и Бет. Просто тот ублюдок пытается заморочить нам голову. И зачем бы он все это устроил? Ну, типа он говорит, что будет на нас охотиться. Нет! Мама все-таки разрешила, приглашение разослано, вечеринка состоится, только теперь еще ждать надо, отстой. Эш, Мэтт и Сэм уже ответили, что точно да, Майкл пока молчит, Майк. О боже мой, Майк тоже согласен, он сегодня звонил Джошу. Ура, завтра тусанем. Мы все собрались здесь, на горе, это будет потрясно. Мы все собрались здесь, на горе. И, господи, а, Майк, ну она сама, я просто а, нет. Балдею, а, что да, он она будет. Сама читает. Не могу читать. Это невыносимо. Все мысли только об этом, ни о чем другом. Не могу думать и не хочу. Что это? Звук шел оттуда. Нифига, как он бодро пошел. Кстати, непонятно, почему они сохнут по этому имбецилу. Твою мать! Крис! Крис! Пусто. Но ты же видел его! Ты видел? Ну, видел что-то. Куда он делся? Эй, посмотри. Это новее, чем остальное барахло. Это что, каталог промышленных ламп? Это очень странно. Это скример был, да. Смотри. Одну лампу обвели. Это мощная лампа. Специализированный каталог лампочек, обведенный в кружок лампочка, предназначена для особого типа проекторов. Оригинальная лампа для RB-проекторов, лампа с кожухом. 96 ватт, хватает на 5000 часов, понятно. Кто бы мог подумать, а, ребята, что все это фэк. Заберем, конечно, заберем. Только подумай, что страшнее некуда. Ух ты! Мне 17, сколько надо жить, чтобы не бояться этой фигни? Да, вопрос не в том, сколько ты живешь. Вопрос в том, братан, как ты живешь. Один год на зоне, блин, и все достаточно. Страха нет после этого. Постой, там дальше другая комната. Огромная! Крис! Я не хочу идти дальше. Ну, и куда это мы попали? Глазам не верю. Ты знал, что здесь так? Это как будто совсем другой отель. Я понятия не имел. Офигеть, да?
могу. Да, и я тоже уже. Давай, на грани. Давай, Бладгрим, удачи. Я так хотела забыть все, что случилось в прошлом году. Честно говоря, Хана поступила, не подумав. Да, ну, ты же знаешь, как бывает, когда всерьез влюбишься. Здорово. То есть мы поставили нашу беззащитную подругу в ужасное положение и вынудили убежать ночью в лес и без следа исчезнуть? Да. Интересно, а ты? Ты бы на ее месте не убежал, если бы над тобой так посмеялись? Надо мной же не смеются. В глаза. Что? Крис. Над шутками не смеются, да. Братан, ты прав. Перед всеми друзьями и парнем, который ей нравился. Ничего хуже я и вообразить себе не могу. Че там получилось? Понятно. О нет. Что это? Браслет, Сэм. Она его никогда не снимает. Надо ее найти. И быстро. Августа 2014 года. Адрес отправителя. Хороший вопрос. Quality Copy LTD. Clark Avenue, UZ. 2200 Edmonton, Alberta. Пачка старых газет со статьей про Blackwood Pines, но судя по дате почтового отправления, эти газеты были отпечатаны недавно. Все понимаю, хорошо? Меня это тоже достало, но если Сэм там внизу с убийцей, а мы уйдем, считай, что мы сами ее убьем. Господи. Эшли, идем. Почему ты всегда прав? Я не всегда прав. Ну, когда ты прав, ты прав. Я не хочу быть прав, я хочу уйти. Нет, надо найти Сэма. Пошли. Палку хоть бы взял. Ну да, он хоть что-нибудь взял. Она ножницы взяла, они вообще ничего под рукой не держат. Будешь бороться за жизнь Криса и Эш, если придется. Честно говоря, мне вообще посрать, потому что я не проникся персонажами этой игры абсолютно. Крис, у меня такое странное чувство на этот счет. В смысле? Я не могу избавиться от ощущения, что эти поддельные газеты как-то связаны с убийцей. Ты хочешь сказать, что это все подстроено? Да, но как? Я чую некую логику, просто мы что-то упускаем. Здесь абсолютно нет ни одного интересного персонажа, которому ты проявлял бы какое-то невероятное сочувствие или переживал бы за его судьбу. То есть тебе, ты играешь, и тебе, по сути, практически посрать, кто сдохнет, за исключением парочки персонажей, на которых у тебя приоритет. Все. В остальном, вот, ну, практически абсолютно без разницы. Потому что они настолько безликие, стандартные и шаблонные, что не вызывают никакого, ну... Так. Батарейки, переключатели и таймеры, соединенные в единую систему. Кто-то с их помощью дистанционно управлял электронным устройством. Кто тебе импонирует больше всего? Ну, не знаю, самые нормальные. Там того чувака жалко, которого баба на елде крутит, как хочет. Она нормальная.
Ну, типа, ну они просто ни о чемные. Вот понимаете, в чем проблема? Персонаж должен быть интересным, то есть они должны быть интересными. Они просто обычные, они еще и тупые к этому. Ну, то есть много. Забейте. Ясно. Так, стоп. Класс. Очень соблазнительно. Окровавленные цепи и крюки похожи на оборудование со скотобойни. О, черт. Думаешь, все это его? Ну, если только хозяева в свободное время не предавались извращениям, то да, наверное. Это мы. Фотографии сняты на телеобъектив. Маньяк уже давно за ним следил. Это что такое? Черный список? Безумие! Так, там дверь, мы туда пойдем потом. Это явно не для еды. Тогда зачем это здесь? Здесь все как в дешевом ужастике. Мертвая свинья. Подвешенная к потолку свиная туша. Ее недавно выпотрошили. Понятно. Так, он ушел направо, но тут еще дверка есть. Там у нас что? А, там проход. Погоди, вот чекнем дверь. А игра тебе нравится? Игра хорошая. Игра хорошая. Ага, мы сюда смогли пройти. Погодите. Давайте сначала сюда. Эй! Прошлого года. Да брось, она и наш розыгрыш. Как-то немного неловко. Пришла. Я не видела эту запись. Хана такая. Какая такая? Майк. Радостная. Это Хана. И живая. Хана. Она еще не знает. Ой-ой. Ух ты. Я да, не забыл, конечно. Что ты это поддерживала. Не виновата, да. Это ужасно. Это стыдно. Нет, стой. Это просто... Похоже, тебе понравилось? В этом и весь ужас. Мы просто устроили розыгрыш. Думаю, Бля, они, конечно, конченые. Да. Кто из всей толпы даже никто не подумал, насколько это невеселый розыгрыш. Майк. Эш, стоп, успокойся! Я не выдержу, призраки, это видео, вся эта летающая... Да, успокойся, хрень. Эшли, послушай Почему? Меня! Почему я должна успокоиться? Я в шоке от подумай, всего этого! Подумай, это все кто-то подстроил! Что? Послушай, призраки не включают видеокамеры! Ну подумай сама! И кто же все это подстроил? Серьезно? Ну кто? Ну не знаю, может тот же человек, который связал тебя и убил Джоша? Да, да. И у которого может быть Сэм прямо сейчас.
Наверное, ты прав. Я этому не рад. Понятно. Скример из Гаррис Модекс, да, похоже. Сэм тоже говорил, что это хреновый розыгрыш, ну, разве что. Да я понял, что Сэм говорила, что не веселый. Я к тому, что из тех, кто участвовал, ребята. Ребята, еще раз напишите мне про Сэм, пожалуйста. Вы, видимо, меня воспринимаете за своего брата или сестру, которая надо обещать все. Посмотри сюда. Я говорю про тех, кто участвовал. Кровь? Вдруг это Сэм. Ладно, попробую открыть. Есть, но черт, она тяжелая. Осторожно. Пролезай, не могу долго держать. Давай. Крис! Скорее! Я видела там Сэм. Эш, ты уверена? Я не знаю, но надо же посмотреть. Пока это Сэм. Но я уверен, что тот, кто истекал кровью, зашел сюда, и нам бы поторопиться. Чё, блин, идти за Крисом, нахрен его. Ну ладно, ладно, хорошо, я иду. Краска, правда, может быть. Слава богу. Думал, это что-то не разное. Понятно. Давай. О, генератор. А или что это? Не понимаю. Зачем тут вообще нужно охлаждение? Здесь и так дубак. Кто знает, что в голове у этого типа... Нас наебали. А, лол. Да, это одежда Сэм. Он... Больной. Понятно. На всю голову больной. Значит, псих был здесь. Наверняка. Думаешь, он еще рядом? Надеюсь, нет. Как? Это вообще сюда попало? Вопрос на миллион. Фак. Сейчас проверим тут все. А мы типа маску не будем снимать ее? Чекать там? Нет? Не надо! Сэм? Она жива. Откуда ты знаешь? Она дышит. Что с ней такое? Она без сознания. О, нет, 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 это плохо, очень плохо. Нужно забрать ее отсюда. Нет! О, черт! Нет, отвали! Не подходи ко мне! Живи и учись! Что? Живи и учись! О, голова трещит. Бабе. Черт. Попали. Эш! Эш! Боже, Эш, что он с тобой сделал? Вроде ударил. Черт, я этого козла убью нахрен! Что это? Это он! Нет, Крис! Тот, кто убил Джоша! Боже мой, нет! Господи! Кровожадный ублюдок! Чудовище! Господи, мы умрем, Крис! Я не хочу умирать! Эшли, никто не умрет! Если бы я могла сказать, почему так несправедливо! Что?
Что сказать? Слишком поздно. Какой теперь смысл? Нет, ты уж скажи. Мы все время ходили кругами, а теперь конец. Теперь все пропало. Эшли, ничего не пропало. Но почему? Потому что я был счастлив. Каждое мгновение, которое я провел рядом с тобой. И как мне это понимать, Крис? Прости. Я должен был прямо сказать. Блин, Крис. Когда мы отсюда выберемся... О, господи! Нет! Эшли, я тебя вытащу, я тебя спасу! Ну что ж, мои дорогие подопытные. Нет, о чём? Боюсь, Крис. Не бойся. Правильно делаешь. Вот в чем фокус. Сегодня Крис уже сделал роковой выбор. А мы не можем взять и выстрелить в эту хуйню, чтобы она как-то остановилась или что-то типа этого? А теперь он должен сделать еще один. Крис, ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эшли. Или застрелить себя. Тот, кто останется, будет жить. Выбор за тобой. А, он сам. Не будь дурачком, Крис. Не-не-не! Нет! Я нажал! Нет! Нет! Алло, я не стрелял! Нет, хватит! Нет, пожалуйста! Чего, блядь? Нет! О, нет, нет! А, все. Ну, она же на меня, эта штука. Она же на меня падает. Ее я убивать не хочу из-за Криса. Поэтому мы, в принципе, можем ничего не делать и дождаться, пока эта хуйня упадет на нас. Мы, типа, зачем в себя стрелять, если она все равно зарубит? Правда, будет более... А, она обоих! Она обоих! Посрать на нее? Нет, просто Крис мне не супер нравится, потому что он там не хотел идти искать еще что-то, понимаете, немного другое. Он не раскаялся в том, что совершил сам. Вот. И всякое такое. Поэтому, если бы я... Ну, я бы Криса, якобы Криса хочу выпилить, если что. Но если там двое умрут... Поэтому тогда нет, нам нужно выбирать. Хотя он у него уже ствол на... Мы на него ствол нафигарили. Он адекватный? Нет, но он-то... Он... Ну, типа, он адекватный, да, но... Не знаю. Не то, чтобы мне еще было на нее не похеру. Крис не участвовал в... А, ну да, он же, по-моему, спал. Или что... А, да-да-да-да-да, точно, он же спал. Точно. По-моему, он спал. Да-да-да-да-да. Но все равно мне не нравится то его поведение немного. Но тогда я бы ее убил, да. Тогда бы я, кстати говоря, ее убил. Угу. А, спал Джош? Так, погодите, подожди. Он участвовал в розыгрыше или нет? Да, она раскаялась, да, на нас вообще нет. Подвох какой-то будет. Ну, можно сделать, конечно, ставку на то, что он говорил, типа, живи и учись, живи и учись. Типа, если мы нифига не сделаем, может быть, он перед самым концом остановит пилу из-за того, что мы, мол, вот решили никого не убивать. Он сказал, что будет жить тот, кто останется. Да, жить будет тот, кто останется. В целом это подходит про то, что ничего не делать.
Можно, конечно, рискнуть. Смотрите, на бабу мне посрать тогда. Если она участвовала в этой розыгрыше, мне на нее похеру. А Криса, конечно, будет тогда, типа, не очень прикольно потерять. С другой стороны, ну, хотя он, да, он немного, типа, что-то не хотел делать, думал о своей безопасности. В целом, это нормальная херня. Гадкая вроде ничего не делала еще. Я бы не стрелял, это слишком жесткий выбор, так двое сдохнут тогда. Просто здесь, вероятность вот в чем. Либо это подвох как с первой штукой, то есть в первый раз он нас обманул. Ну как обманул, там была такая легкая обманка с выбором жертвы или того, кто был жив. То есть обманет ли он здесь? Вот еще что дело. И где здесь подвох? Может, мы вообще стрельнем, а там, например, пуля не вылетит. И там, типа, там вообще нет пули. Мы, типа, такие, чик, и он скажет. Раз ты решил кого-то убить, я тогда двоих убью. Он может так, например, сделать. Типа, раз ты решил выбрать, кого убить, я убиваю тебя, блядь, а ты там, ну, и что-нибудь такое. А, он уже стрелял, точно, погоди, он уже стрелял вверх, да, он стрелял вверх, он пытался сбить эту штуку, да. Но, смотрите, у нас здесь вопрос, готовы ли мы ради прикола не делать ничего, но в этом случае мы можем потерять Криса. С паузой нечестно, я играю с чатом, а не один, чувак. Если бы я играл один, я бы не делал бы такого. Я играю с чатом, поэтому мы в процессе обсуждения, мы на стриме, чувак. Но тогда, если он сдохнет, ну как бы это фейл, ну это типа просто фейл. Мы типа просто отдали чувака в говно. По сути, ради эксперимента. Спасибо большое, Republic, за подписку. Добро пожаловать. Если как бы он умрет, получается, мы его отдали ради эксперимента просто на смерть. Чисто по приколу. И если он сдохнет, то ГГ. А вот баба там не... Да она раскаялась, эта баба, но сам факт того, что она принимала участие, это было-то всего год назад. То есть она уже была... Понимаешь, если бы баба принимала участие в этом злом розыгрыше, например, когда ей было там, не знаю, 15 лет, 14, и потом спустя 5 лет она там приезжает куда-то в дом, и это было бы одно дело. Но это произошло... А, Крис тоже... Так вы мне сказали, Крис не участвовал. Ребят, напомните, Крис участвовал в розыгрыше или нет? Если он в розыгрыше участвовал, тогда вообще посрать. Я не буду выбирать, кого убивать. А, Крис спал. Ну вот, да. Все, Крис спал. А, нет, они лохи. Крис участвовал? Да ёб твою мать. Крис и Джош были у стойки пьяные. Чат, вы сами не знаете, да? А Джош и Крис вдвоем спали? Он спал с Джошем? Да, он сказал, это мы. Но это мы, он, наверное, имел в виду, ну, просто вот их. Это мы. Он снимал на телефон? Он не участвовал. Блин, чат, чё такая разная информация-то, алё? Чат, просто... Вот если бы вы, чат, видели убийство, вас было бы просто ужасно допрашивать. Я вот спросил бы кому-нибудь из вас. Так, вы говорите, что вы были на место преступления. Как это произошло? Он пришел и расчленил его бензопилой. Спасибо большое за информацию. А что вы видели? Он пришел, достал гранатомет и при этом не стрелял его, а забил исключительно трубой от гранатомета. Да? Да. А вы что видели? Это был пиздец. Он приезжает на танке и начинает стрелять в упор из танка по ним, а потом ездит туда-обратно. Чат, это вот вы, блин, понимаете? При этом вы все были на месте преступления. Вы можете мне напомнить? Он реально был? Он... Это важно для моего выбора! Чего на Вики написано? Подождите.
На Вики написано, что спал напротив Джоша. А, значит, он не участвовал. Все! Он не участвовал! Ну, блин! Тогда его будет жалко убить. А, хорошо. Мне вообще тоже интересно не стрелять, потому что после первого раза, когда мы выбирали, кого убить, там была наёбка. Поэтому, окей, мы ставим на кон Криса. И если Крис отъезжает после этого действия, ввиду нашего эксперимента, ну, честно говоря, будет не очень круто. Ну ладно. Зато будет интересно. Давайте. Поехали. Нет! О, господи! Нет! Крис! О, нет! Нет, хватит! Стоп! О, нет! Нет, пожалуйста! Господи! О, нет, хватит! Нет, Крис! Нет! Все зашло слишком далеко. Разве не видишь? Продали Криса. Не понимаешь, что это истязание? Пора прекратить. Скажи, кто вообще дал тебе право играть чужими жизнями? Ну что, чат, зато вы узнали, что будет, если ничего не делать, да, чат? Зато, чат, вы узнали, что будет, если ничего не делать, да, чат? Сними, что в тебе такого особенного? Нихуя не показали, но там звук был такой, как будто пила вошла. Вот такой вот какой-то. А? Таких, как ты, в психушку надо. Ты соображаешь, что ты творишь? А? Что они ты вообще живы, творишь? Да? Вон они. Чудовище. Ты чудовище. Они живы на камере, либо это было из прошлого немного. О, как странно. Записи бы, да. Да-да, им бы еще до этого. Эй! Ну, ребята! Эй! Сэм? О, господи! Крис, выбор за тобой. Алло! Слава богу, нам нужна помощь! Что за черт? Эмили! Черт! 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 Глава 7. Насилие. 4 часа до рассвета. Кстати, убийцы волос, как у немытой Ханны. Да, я тоже подумал об этом. Но они сдохли же, они там упали как-то, хотя... Может, они выжили в итоге? Ну, хотя Ханна что-то здоровая, что-то Ханна разборовела очень сильно, скажем так. Ханна, походу, такая... знатно подкачалась там где-то. Да похер на его пальцы. Не понимаю, как ты здесь оказался. Как ты нашел меня? Тут в горах орудует маньяк. Я заметила. Он живет в каких-то катакомбах. Я был там, увидел эту решетку, а за ней тебя. Слушай, вот этот самый маньяк напал на меня.
Он показал мне видео. На одном из них убивали Джоша. Его просто разрезало на куски гигантской пилой. Охренеть. Так что здесь такое происходит? Тут есть дверь. Вроде заперта. Открой с той стороны. Так, погодите, давайте посмотрим. Новая информация. Это лампочка как раз для того проектора, который был в старом отеле. Видеокамера на штативе, направленная на стул. Маньяк все документирует. Мачете? Да, в пизду мачете. Она не берет мачете. Мы не можем его забрать. Она там вот что-то сделала. Вот здесь она, вот здесь мачете где-то положила. Ну и все, в пизду мачете. Тебя не смущает, что убийца везде успевает? Он не один. Открою тебе секрет, Гамма. Сэм. Ну, у тебя и вид. Я тебе тоже рад. Что ты делаешь? Видишь ли, Майкл, отбиваться от маньяков-убийц в полотенце не так уж и удобно. Не возражаешь? О, да, прости. Сейчас подглядываю, все будет подглядывать. Ну все, готово. Вот теперь пошли. Я готов. Что это? Это что? Кто-то плачет? А, это вот в этот момент происходит у них там. Убирайся! Холостые. О, Крис! О, Крис! Какого хрена? Ты же слышал о холостых патронах. Серьезно. Я почему-то так подумал, что... Братик мстит. О, господи, Мэтт! Мэтт! О, боже мой! Черт! О, черт! Да, они выжили. Чтоб тебе! Бля, и это даже выжило. Даже шалава жива. Да я еще полежал бы.
Да полежала бы еще, нормально же. Его же разрезало, так там свиные потроха были, а не его тело. Там фэк, блядь, фокусы, зеркала. Ну вот. Прощайте, 600 баксов. И это была моя любимая кофточка. Ну вот. Другое дело. За 600 гривен, чат. Убей ее, плюс, ну прям специально. Вот если будет где-нибудь выбор какой-нибудь такой вот, да, жесткий, то это другое дело. Но прям специально, допустим, взять сейчас ее скинуть в пропасть. Так, ну мы должны выбить эту хрень с помощью вагонетки. Давайте подойдем, все равно активируем. Тут все понятно. Так, давай только сначала пройдем. Ага. На обороте. Взрывной отряд. Готовимся к закладке динамита. Северо-западная горнодобывающая компания. Декабря 1951 года. Фотография группы шахтеров, именуемой взрывным отрядом. Снимок сделан на шахте северо-западной горнодобывающей компании в 1951 году. Они пробивали новые тоннели. Все, ничего интересного, ладно. Не знаю. Алмазы пропустил, ребят. Вернусь потом обязательно. Сейчас экипировочку сделаем. Мы ведь, ребят, с каждым с вами, с каждым этим, с каждой пройденной игрой новой, все ближе к новому сезону Майнкрафта. Ну, классического, естественно. Так, это поехать на лифте, погодите. Там же новые, вышло новое обновление. Нет. Ну ладно, посмотрим, решим потом. Система учета людей, спустившихся в забой. Карточки куда-то пропали. Новая информация. Карточки из...